готов принять всех, и даже такой большой коллектив, как наш. Для меня вот это удивление, что находятся такие Дон Кихоты, как и Мина Галаров, которые в это непростое экономическое время проводят такой грандиозный фестиваль, приглашая всех самых топовых артистов ближнего и дальнего зарубежья. С России, с Украины, с Беларуси. Едут отовсюду, за границу. Я уверен, что фестиваль превратится в скорое время вообще в международный, типа грандиозный фестиваль, как Вудсток. И говорю же, как, может быть, через какое-то время, через несколько лет, этот фестиваль превратится в самый лучший, самый гостеприимный, потому что азербайджанская земля, она настолько гостеприимна, она настолько... Ну, ждешь встречи со зрителями здесь, без удивления, без восхищения. Просто ждешь встречи с друзьями. Папа им еще ничего не рассказал, потому что хочу, чтобы у них был сюрприз, чтобы они впервые все увидели. Они знают, что мы поедем. А, правда, они спросили, будем ли мы плавать, да? Будем ли мы плавать? Ну, сегодня, да. Ну, будем... Ну, вечером поплаваем, наверняка. Вообще, в бассейне. А вообще, я хочу показать старый город. Потому что такой красоты старый город я не видел давно. Я соскучился по этим местам, по этим улочкам, переулочкам. Обязательно сказать, черт побери, на этом месте, где Андрей Миронов, кумир моего детства, снимался в фильме «Бриллиантовая рука». Перед этим они посмотрели этот фильм. Теперь мы пойдем на это место, где Андрей Миронов блистательно сыграл. Ну и, конечно, фестиваль. Это самое главное, ради чего они здесь. Они будут сидеть, смотреть своих коллег, моих друзей. У них есть любимые артисты. А кто любимый артист? Скажите сами, да. Поколение Z, да? Ну, кто вам нравится из артистов, скажу. Чьи песни не поют? Подпевайте дома. Папа, а вообще у нас кто? Ну, кто у нас? Кого вы любите? Тимати, любите? Украину они любят. Любите? Ну, засмущали вы своими микрофонами. Короче, или они дипломаты у нас, не хотят выделять кого-то, потому что знакомы со всеми. Вот, и любят очень многих моих друзей, коллег, артистов. Все имена, которые вы называли, конечно же, они... Пожалуйста, можете сказать, какие радость, солнце, дружба, песня, Магомаев. Конечно же, жара во всех отношениях, прямом и перемещении. Это самое главное. Потому что для меня очень важно вот перед большим концертом, который, надеюсь, скоро случится снова в Баку, по-моему, даже в этом году уже, мне очень важно зарядить свои аккумуляторы сейчас здесь, творческие, эмоциональные аккумуляторы здесь, в Баку, чтобы уже осенью приехать и показать свое новое шоу «Цвет настроения», которое мы подготовили снова с Франко Драгоном. Шоу «Я» мы показали здесь, в Баку, несколько лет назад, в Кристал Холле. Теперь время нового шоу, новой программе, тоже, которую мы сделали с Франко Драгоном. Пару песен мы новых покажем здесь, на Баку, сейчас, на фестивале. Подготовили новые декорации, все. То есть вот генеральная репетиция прогона нескольких номеров пойдет именно здесь, в Баку. Перед тем, как уже осенью дать большой концерт, даже, по-моему, не один, вот здесь, на новом месте. Сайгюн Касиму говорит, да. А что это будет за песня? Нам еще не сказали. Секрет. Мы сказали про красивую женщину. Красивую женщину, да. Но если Айгюн держит в тайне, то я... Красивую женщину, да. Могу только сказать, что эту женщину зовут Джалма. И будет на молдавском. Да? Почему? Нет. Будет на
языке, понятный всем. Потому что о любви можно петь на любом языке, будет понятно. Будет дуэт с певицей Зиверт. Такой неожиданный поворот будет, да, в первый день открытия. Конечно же, я спою мой новый хит «Стеснение пропало». Великое количество миллионов просмотров шлёт тоже из Баку, из Азербайджана. Достаточно приличное количество просмотров за месяц, сколько там, по-моему, около 7 миллионов. Достаточно большое количество.